Они излучают внутренний магнетизм, силу и уверенность в себе. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Страх у этого человека проявляется необоснованно. В противном случае стоит ожидать репутации жестокого и равнодушного карьериста. Да и в семейной жизни такие качества могут сильно помешать. Эти люди стараются с выгодой использовать благоприятную финансовую ситуацию. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.